Видео подготовлено сайтом онлайн-бдз.нет. Давайте на странице 80 выполним задание под номером 4. Определи по карте, на каких материках и частях света расположены эти страны. Укажи стрелками на материки или части света, выделенные желтым цветом. Итак, первая страна Канада находится в Северной Америке. Франция находится в Европе. Бразилия находится в Южной Америке. Алжир – это страна Африки. Китай находится на материке, который называется Евразия, а часть света – Азия. Мексика находится в Северной Америке. Эфиопия находится в Африке, а Аргентина находится в Южной Америке. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.